Поклонение волху, он же триптих Брунгхорст Васюиси, последний из триптихов Иеронима Босха, названный по сюжету его центральной части. Точная дата создания работы неизвестна. Дату изготовления деревянной основы триптиха невозможно определить по техническим причинам. Долгое время работу идентифицировали с холстами, выполненными для кафедрального собора родного города художника Эртагенбаса. Ныне принято считать, что триптих был собственностью секретаря герцога Игмонтского Яна де Каземброда и был конфискован у него в 1567 году Фернандо Альваресом де Толедо, герцогом Третьей Мальбы. Пользу этой версии говорит то, что картина содержит герб семейства Брунгхорст, из которого происходила его жена. Каземброда, кстати, казнили в 1568 году. Новый хозяин, герцог Альбы, погрузил триптих на корабль и отправил королю Испании Филиппу II, страстному коллекционеру работ Босха. В 1574 году картина была размещена в монастыре Эскориал и в 1605 году упоминалась как крещение без всяких церемоний. В музее Прадо полотно находится с 1839 года. В центральной части, в пейзажах соседства божественного мира с миром фантастическим подчеркивает присутствие зла, витающего над Спасителем. Перед ветхой хижиной восседает Дева Мария. Она показывает младенца волхвам, облаченным в роскошные одежды. Старший из них, Бальтазар, возлагает к ногам Марии дары. Маленькая скульптурная группа изображает Авраама, собирающегося принести в жертву своего сына Исаака, считается предзнаменованием жертвоприношения Христа. Ниже несколько жаб. Это символы ереси. Корона Бальтазара лежит на земле. Это намек на бессилие земной власти против небесной. Мантия волхва Мельхиора украшена изображением сцены из Ветхого Завета. Посещение царя Соломона царицей Савской. Гаспар, он чернокожий, держит в руке увенчанную орлом серебряную державу, на которой изображен Авенир, воздающий почести Давиду. Его сопровождает маленький чернокожий раб, он чуть позади.
За сценой внимательно наблюдают оборванные крестьяне, пастухи, которые выглядывают справа из-за стены хлева, лезут на крышу и на деревья. Они выказывают гораздо меньше благоговения, лишь тупое любопытство пастухов, как правило, отождествляли с иудеями, позже отвергшими Христа. Человек, стоящий в дверях хлева позади волхов и кокетливо выставивший ножку из-под полы багряного плаща с массивной короной на голове, золотым браслетом на запястье и стеклянной штукой, прикрывающей язву на лодыжке, смотрит на младенца с двусмысленной улыбкой, а на лицах его спутников и вовсе написана нескрываемая враждебность. Демоны вытканы золотом на полотнище, свисающем у него между ног. Они же изображены на шлеме второго волхва, который он держит в левой руке. Фигурки демонов украшают и одеяния чернокожего царя и его слуги. Понятно, волхвы же были язычниками. Поскольку представители этой компании находятся внутри полуразвалившегося хлева, старинного символа синагоги, то это либо Ирод, либо сам Антихрист, либо царь Давид, либо отлученный от церкви пророк Валаам. Однозначно не сказать. На заднем плане, на фоне характерной скорее для средневековой Фландрии, чем для Иудеи, пейзажей, мирская суета и перемещение военных отрядов и каких-то людей. На внутренней стороне створок триптиха слева изображены святой Петр и донатор, спонсор-заказчик работы. Питер Бронхорст, судя по наличию фамильного герба и девиза «Один за всех». На вязанке хороста под дырявой крышей святой Иосиф занят сушкой пеленок младенца Христа. На внутренней стороне створок триптиха справа изображена святая Агнеса с непременным атрибутом – Агнцем на заднем плане и ее коленопреклоненная тезка Агнес Басюси, тоже из семейства донаторов. Семейство Басюси вместе с семейством Бронхорст, как об этом свидетельствует герб на левой створке, заказали этот образ, видимо, изначально предназначенный для Хертогенбунского собора. На заднем плане раскинулась привольная мирная долина, купающаяся в горячих лучах солнца. Золото неба у горизонта выше переходит в лазурную дымку. Этот прием становится обычным в зрелом творчестве Босха. Однако покой и мир пейзажа – лишь видимость. Зло обнаруживает себя во множестве мелких деталей, рассеянных по всей площади триптиха. Волк и медведь, к примеру, нападают на путешественников. Это указание на непредвиденные препятствия, стоящие на жизненном пути человека. Thank you.
наружные стороны боковых створок с изображением мессы святого Григория. Папа Григорий Великий изображен служащим мессу, во время которой за алтарем появляется сам Христос в окружении сцен страстей. Внешние створки написаны монохромной коричнево-серой гамме, за исключением фигур донаторов. Арки украшены фигурами ангелов. Легенда о мессе Григория, рассказывающая о чуде Евхаристии и причащения, связывалась в эпоху позднего Средневековья с именем Папы Григория Великого. Однажды, когда он служил мессу, его причетник усомнился, что в гостии действительно воплощены кровь и тело Христово. В ответ на горячую молитву Папы, просившего дать какое-нибудь знамение, которое убедило бы маловера, на алтаре внезапно появился сам Иисус с орудиями страстей и показал 5 язв. Боск представляет это чудо в виде безмолвного духовного диалога между коленопреклоненным Папой и Христом, стоящим из саркофага. Находящиеся у алтаря не замечают его, а причетник и 2 донатора хоть и не видят, но ощущают его присутствие. Судя по всему, 2 цветных донатора дописали уже позже. Рамка содержит различные сцены из жизни Христа.